Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня очередной рейд с одесским рыбоохранным патрулем. И мы находимся на Хаджибеевском лимане. Полная луна нам в помощь. И надеемся, что рейд будет плодотворным. Да-да, сетка. Сейчас поймаю. А кто такой глазастый, что увидел ее? Тормози. Тормовой батарей. Закручено? Да никто не строится? Не. Боже, такая мелкая. А где нож? У меня есть. Да ну. Вот глазастый, ё-моё, я в шоке, блин. Как так можно? И здесь начинать. Вот, ага. Опа. Давай, я чуть-чуть назад дам. Нож. Есть. Кошерная? Не. Она уже всплыла. Карась живой. Живой? Один карась, да? Пока да. Ну такая длинненькая, смотрю. Ну, стандартная, это китайка. Метров 70. Как Володя ее видит, эту сетку вообще, так резко заметил. О! Что это? Да, это цветной окунь, радужный. Солнечный окунь? Да, их там называют, как, кто как хочет. А ну, Александр, чуть в сторону возле ляпы. Ну и не переходили, бо камыш, мусор. И рыбы не мог. Володя, какая здесь очко сетки? 35-40 в этих районах. Мелкая, не крупная. Выкручивай, пока мы. Пошел карась. Есть контакт. Так, ну что, две сетки у нас уже есть, это уже хорошо. Начало многообещающее. Ну что, друзья, добрались мы до края лимана, до самой северной точки. О, если туда дальше, что там? Или ну, там туда, мелко? Тут уже мелко, но мы идем дальше. Идем.
Идем до упора. Идем до упора, да? Хорошо. Там дохлый карутара лежит. Угу. Что это? Амур дохлый. О, белый амур, смотрите. Ой. Может, я могла по этому клоснуть на мелком. Или электроудочник какой-то? Нет, нет. Нет? Тут не работает электроудочник. Вода соленая. Вода соленая? Да. В соленой воде электроудочка не крутится. А что, у нас в Хачбейской лимане соленая вода разве? 8 промиль. 8 промиль. Это сюда рыба заходит на нерест, да, Володь? Сюда рыба заходит на нерест? Раньше это было почти единственное нерестилище, а сейчас, учитывая, что берегаж заросший, ага, вот, то она сейчас нерестится, ну, фактически по всему берегу. Там и глубже. И... Но здесь самое главное, да, нерестилище? Ну, да, это круглогодичная запретка, это даже любительский лов запрещен. Специально поехали как можно быстрее сюда на север, чтобы увидеть, вдруг здесь есть какие-то браконьеры. Мы пока никого не видим. Вот две сети взяли. Больше пока ничего нет. Но сейчас уже спешить не будем. Будем уже троллить кошкой и смотреть. А то что, гнездо аиста или что? Нет. Вот. Кто это сидит? Что-что? Пиганка сидит, утка. Вон, ветка. Не может быть из дома, не норок. Цепляешь, да? А? А? Цепляешь? А. Конечно, красота здесь супер. Солнце выходит. Красота. А мы стояли, по-моему, чуть дальше там, да? Вот, ну там, вот тут не встретили, да, этот лес Рыбков. Лес Рыбков, да. Давай центр мы так вот пойдем, в русло попадем, полазим там. Да, вот в этих камышах, смотрите, еще одна сеточка, по-моему. Вон она. Да, сетка, сетка, сетка. Жалко, только сеточника нет. Ого! Ох ты! Она тут длинная? Да. Но не бьется. Рыбы нет. Аккуратно.
Сейчас мне надо так и виду. Так, это уже третья сеть. Ставили, походу, я еще в школу ходил. Да нет, если бы в школу, то она была бы набита рыбой, а так? Я так понял, что ее уже, наверное, уже рыбу поснимали. А это? Они когда снимают, они все убирают. Она же не работает в таком виде. Так что ж тут получается, что тут нет рыбы, что ли? Смотрим внимательно. Ничья большая, 60 на корм. Угу. Ага. Это жирный. Смотрите, аж куда тянется она. Метров 100, наверное. Гусь орёт. Роман. Ты спрашивал за гуся. Орёт гусь. Домашний. Абсолютно пустая сеть. Да. А грудь? Богатый. Это Оскар. А что это там? Перчатка, набитая камешком. Так, это уже какая? Четвертая? Специально переграживают так вот весь камыш полностью. Дальше идет. А ну что, мы же ее выдернем. Видите, так вот, чтобы рыба не подходила. Не, она откручена, она идет дальше. Карась. Ты мне бы перерезал, потом мы вторые кусок выкинули. А? Мы пришли, сейчас бы туда снял. Ну так давай я его выкину. Перережь. Потом вернемся, заберем вот этот квадрат. Давай. Я его на камыш одену. Царинина есть. Спасем карася. Ага. Живой. Ну, ничего себе. Длинная сеть, да? Да. Так перегораживают, чтобы рыба не могла подойти к камышу на нерестилище. Да. Вон карасик, давай быстренько пока. Я сейчас ставлю вот той борт, чтобы завтра подниму.
Так, это вторая часть этой сети. Четвертой. Лунный окунь. Еще один этот. Или лунный карась, как его? Да, ну, солнечный, радужный, солнечный. Китайский, там, японский. Вон окунь обыкновенный даже есть. Ё-моё. На кусочек? Это, наверное, предпоследний. Люлимани какой-то. Черепаха. Ёшки. Вот это улов, вот это сила. Две. Дети будут в восторге, конечно. Что надо? Тортила каджибекская. Обыкновенная. Да. Смотрите, какая красавица. Две. Да, пускай. Где колючка? Проще снять, да. А кусок... Видишь, как он тебе спасибо говорит? Ага. Смотри, гадюка на камыши не вызывает. Вот, пусти, смотри. Он дохлый. Думаешь? Не, живая. Это ж надо. Сушится, да, или что? Это ужик, это да? Это уж. Желтые ушки. Пиявка, смотри, как его зацепила. Угу. Да. Висит на камышине. И пиявка на нем. Ага. Пиявка на ней, смотрите. Прикинь, пиявка, сука. Даже змеи ест. Вызывать надо. Смотри, языком ворочает. Так и что, мало того, что холодно, так еще и пиявка доедает. Это теоретически он ее сожрать должен. На туристическая сегодня поездка получилась, действительно. Ну, тоже нужно. Не, ну тоже, смотрите, там ворох. Ну, кармак там что-то еще. Такой ворох. Сети уже есть, 4 штучки нормально. Сейчас подальше мы добавим. Мелкая тридцатка, тут сейчас может рыба будет. Да, мелковатая сеточка. Поймал? Бедный карасик. Сейчас мотанули маленько.
дверной замок. Не, ну перчатка это. Ну стоит она давно. Да. Окунь крякнутый. По-моему, единственная рыба, которая выживет после апокалипсиса, это будет карась. Живой. Не живой, я ж тебе сказал, что живой. На, он, смотри. 25-й. Ну. Повезло пеленгасику. Пачками, карась пачка. Солнечный. Скоро в Хаджибее только он будет. А что этот солнечный окунь? Это вредитель. Вредитель, да? Конечно. Икру шпарит. Всех рыб. Икру, личинку. Оп. Карпик. Зарыбок вон, карпик, да. А ну что, я его выпутаю. Вот зарыбок. Ну. Зарыбок. Ну вот скажи, да? Вот. Ну вот 28, что-то такое, 25. Зачем? О, о, живой. Занимайтесь. Милосердие. Карпик, да? Да. Зарыбок. Таранька. Тарань показала. Это зарыбок, карасик. Вот, вот кому такой карась нужен? Ну скажи. Вот хороший вопрос. Топор. Ёп. Показал топор. А ну. О, пошла крупнее все. Топор уже на замок. Серьезно. Видно, ставил плотник. Так, что тут? Тут крупнее есть, я. Десятка, наверное. А? Десятка, наверное. Да. И рыбы нуль. Наверное, ждут, наверное, крупного карпа. Я крупного тут не будет. Тут нормальный карась должен быть такой. Ну, все. Вот если не зарыбка, то уже ничего не ловится. Не, ну конечно, за 25-ку судить надо. Матросик. Саныч. Окуневые дела начинаются. Да, кто-то такой метражик сунул. Бравенький. Так, кто предположит, что, что будет на том конце сетки? Какой груз? Костыль железнодорожный. Ничего не будет, будет камыш. Подвязанный. Я думал, тут молоток будет. Сейчас, сейчас. Вон там впереди еще что-то, какой-то поплавочек. Вон, бат черненький. Он впереди, метров 70.
Так, это сколько уже, 5 сетей? Так. Сети вытащены, подожди, рыба спасена. О, отлично. Ну, ну, еще бы сеточника поймать для полного счастья. Чтобы тогда... уже по полной программе уже. Шутим. Во-во-во. Да. Стой, 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 вот она. Стой, 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 стой. Стоп, зад, зад. Я чувствую всегда. Если это... Я всегда чувствую. Я всегда чувствую. Все. Так, что здесь будет? Какой здесь будет? Ага. Не, ну лишь палочка. Классика. Просто палочка. Ноги. Ноги. Руки. Так, а это что тут, какой очко, очко какое есть? 45. 45? Да. На рыбу. Это уже правильная скорость. Рыбы нет. Ну, подошли. Ну, она, видно, свежаковая вообще. Он есть. Если переходили, этого бы вытянули, отбил. Бездарь. Ага, есть, да. Ух ты. Свинец, свинец, пошел плюмбум. Есть контакт. Плюмбум. Свинцовый груз. Свинец в борт. Бомба, ёлки. Свинец дороже стоит, чё? Арматура. Чё? О, карась, карась. Достойный. Не могу понять, что за свинец? Глянь, что он нарубил тут. Кирпичи. Он циркует. Опа! Очередная сеть. Уже даже не помню, какая по счету. Это седьмая уже. Седьмая, да? О, во. Есть край. Надо. Кого шуб был? Сорок. Сороковка? Сетки? Да. Шо-шо? Птица? Сейчас будет вся лодка мокрая. А сейчас мы выйдем. Друзья, пока Владимир вытаскивает сетку, я хочу вам напомнить о том, что у нас есть петиция наша, созданная на сайте президента Украины, о увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских орудий лова. Поэтому прошу вас поддержать. Ссылка на петицию в описании к этому видео будет и в первом комментарии тоже будет.
к этому видео. Поэтому прошу вас, поддержите нашу петицию. Давайте вместе сделаем наши водоемы чище от этих браконьерских сетей. Потому что ну, вот это ну, никуда не годится. Посмотрите, сколько этого всего заполонило. Чтобы в следующий раз браконьер задумался, стоит ли ему выходить и ставить сети эти браконьерские, зная, что штраф увеличен как минимум в 30 раз. С рыбой. О, бери с моей стороны. Давай, давай. Сеть номер 8. Номер 8. По ту сторону тоже одна стоит. Да, с двух сторон. О. То есть перекрывает рыбе. С одной стороны, с другой стороны. А потом весна. Вот. Так. Десятая юбилейная сеть, друзья. Готов. Вот она. А, далеко. Что тут? О, металл. На Днестре в основном кирпичи, а здесь больше металла, смотрю. Богаче. Побогаче, да, народ? Народ богаче просто. Ну тут просто. Опа! Ближе с города приезжают. Рак! Ё-моё! Вот это Оскар! Черепахи были! Змеи были! Даже рак показал. Джибеи. Я даже знаю, откуда он выпил. Кто-то вез, ехал на дачу. Видите, чем ближе туда, тем больше рыб, чем дальше от вершины. Бедная караси, ёлки. Это какой-то этот, видать, авторемонтник. С чего ты взял? Ну, ступица, подшипник. Корупец. Вот он, хаджибеевский рак. Надо было попрощаться. Чтоб она зама... Это главное, карпик, как... да? Да, вот, коробчик. Резани. А? Резани. Ну так проще, целее будет. Да. Можно хоть не распотрошим. Окуня не возможно, его надо подрезать. Друзья, вот так вот каждый метр Хаджибеевского лимана освобождается от браконьерских сетей. Я уверен, что такие рейды очень полезны для наших водоемов. И если они будут выходить как можно чаще, было бы лучше. Ну, посмотри, да? Можно посмотреть? Да. Аквалангистские грузай. Да, да, я же ныряю. Ныряй? Да. Здесь? Это что, он типа живет вот здесь, в этой будочке или что? Не, это у него тут типа причальчик.
две бутылки. Володя, а зачем ты одеваешь эти резиновые штаны? Чтобы штаны не намочить. Так что там какая-то большая сетка, да? Ого! Ого! Серьезный. Петарды кидают. Кидает петарды. Еще нас налякать. А он на обрыве. Ага. Да. Так вот я говорю, что надо почаще делать такие рейды. Что это такое? Один раз, хрен знает во сколько времени.